Доброго времени суток всем. Вот небольшой репортажик сниму по своей работе. Такие кроватки две сделал. Значит, это, видимо, детские, узенькие. Такие тут гвоздички. Задолбался забивать. На вторую не хватило гвоздей. Купят, добьем. Такую кроватку сделал. Осталось вклеить кант сюда. Так будет. На термоклей. Тут пришито. Вот такую заказали. Это ткань заказчика. Ничего не видно, все сливается. Единственное, гвоздики. Ну тут я бы, допустим, поставил какие-нибудь поярче, никелированные, чтоб как-то выделялось. И пуговицы. Пуговицы вот я предлагал. Они не стали сделать вот из такого цвета их. Может быть, вычурно сильно будет. Ну, короче, как клиент заказал. Так вот сблизи видно. То, что она имеет какую-то форму. Вот она здесь выступает. Вот так расстрочена квадратиками. И пуговички втянуты. Вот такую еще сделал. Это уже готово. Контрольная сборка производилась. Осталось только упаковать. Вот и заднюю стенку зачем-то сделали из ткани. Обычно вот так с панбондом забивается, вот как там. Вот. Кто там интересовался по зарплате, вот сегодня у нас пятница. Вот это я доделаю. Ну, гвозди не считается. Можно сказать, готова кровать. Я думаю, по 3,5 она даст. Вот за эти две, за эту, ну не меньше 5, буду просить 6. За эту с гвоздями, гвозди стоят отдельно, потому что не молдинг, где-то я там говорил, повторяюсь, это не молдинг, это каждый гвоздик забит. Вот за эту 6. Вот ту кровать я начал, значит, я сделал 1, 2, 3. И с той стороны одну начал. 4 доли. Вот. Ну, я обил вот эти вот царги. Вот. И ушел на воскресенье, на прошлой неделе, на выходной. Прихожу. Она доделана. Кто-то, короче, не знаю кто. Или сама она раньше обивала. Или же попросила там у ее мужа мастера работают. Вот. Итого. Вот 36 я получил за 2 недели. Ну, на первой неделе 10 она давала. На второй 26 я заработал. Вот. Ну и здесь вот эти 7. Та 6. Это 6. 12 и 7. 19. Ну, ту. Не знаю. Так она 6, допустим. Ну, третью часть по-любому я сделал. То есть 2000. 21. 21. А что я еще сделал? А, и одна кроватка у меня с той недели неоплаченная. С той недели неоплаченная. Вот я тут пишу. Кровать с ушами. Вот. Музыку я сейчас выключил по понятным причинам, чтобы ролики мои были без музыки. Ну так вот, кровать с ушами, я тоже думаю, 6, 21 и 6, 27, да, 27 и 36 получил, то есть 50, 63. 63 я работаю с
20 марта. Сегодня у нас, я даже не знаю, сегодня 10. Вот, значит, 21 день получается. За 21 день 63 тысячи. Это, ну, плюс... Сколько у меня выходных было? 1, 2. 2 выходных. 21 день с 2 выходными. 63 тысячи. Ну, 3 в день. Нормально. Это с учетом того, что еще как бы не настроен здесь процесс. Не знаю почему. Затягивает специально или... Ну, процесс весь, потому что очень медленно. Вот сейчас я сегодня начал с часу работать. Вчера, наверное, часов с 12. В понедельник вообще тупо сидел, даже не придевался. Вот. Сейчас вот проблема. Гвоздиков нет. И сюда нет удлинителя. Но я сейчас что-нибудь придумаю. Это вообще пиздец. Прости мою душу грешную. Нет удлинителя. Вот такая вот работа. Кто там говорил, где-то я читал комментарии, что люди не верят, что так можно зарабатывать. Я поэтому и не шел на работу. Точно такая же контора, я до этого работал. И две Ольги, две конкурентки. Одна у другой. Передрала весь бизнес. То есть та, у которой я раньше работал. И у нее там расценки гораздо ниже. Гораздо ниже. Там до 40% ниже, чем здесь. Главное, чтобы это видео не увидела теперешняя моя начальница. Вот один. Второй напарник мой. Какой? Четвертый день его нету. Не знаю, где он. Так, по большому счету, все есть. Она молодец. Вот, закупает пачками. Поролон, скоба. Обычно проблемы у всех со скобой. Здесь, слава богу, нету. Вон коробки стоят салатовые. Со скобой. Вот. Вот с этим бывает проблема. То, что решетки вот эти под матрас. Здесь их в достаточном количестве. То есть на моей кровати все есть, чтобы их вывести клиентам. Вот, пожалуй, и все. А, забыл я поздравить с днем рождения человека. Ирочка из Жулебино. С Лехой и с Ксюхой. Ксюху я как-то поздравлял ранее с днем рождения. В марте у нее было 21-го, по-моему. Вот. А тут на днях было у мамы, у Иришки. Так вот, Иришка, с днем рождения тебя. Всего хорошего. Много не пей. Так, коронавирус немножко намочи. И хватит. Так что я один здесь, скучно. Сижу в интернете. Так, что еще? Значит, это я вот объяснил по зарплатам, кто не верил. Носовок не езжу. Нет. Не знаю, что там происходит. Встаю в 6. И на работу. Приезжаю в 10, в 11 вечера. Пока туда ездить некогда. Вот. Может быть, как-нибудь заеду. Сегодня или завтра получу копеечку. Наверное, буду покупать гитару. Так что в комментариях пишите, какую гитару можно купить там в районе, я не знаю. Какую посоветуете вообще для подобных случаев, чтобы петь на камеру, выкладывать YouTube ролики.
какой-нибудь средней паршивости. Может быть, кто-то из москвичей, если есть, или ближайшего Подмосковья, ребята, гитаристы, может быть, что-то у кого-то есть, бэушная, подешевле, но такая более-менее практичная. Все, всем всего хорошего. Пока так особо интересного нечего снимать. Но так, чтобы не терять связь с вами. Всем удачи. Работайте, зарабатывайте и не жалуйтесь. Нету никакого коронавируса. Езжу, никто нигде не останавливает. Штраф мне тут, слава богу, не выписали. Еще не один. Дай бог, чтобы не было их. Вот. Езжу каждый день, работаю в определенном режиме. В рабочем режиме живем. Вот со вчерашнего дня, кстати, бухать не бухаю, ну так, по выходным там немножко выпивал, коньячку, на утро пивка, не более того. Сейчас, короче, нашел там в Гале, в городе, короче, Красноармейске, люди держат коз в большом там количестве, я даже не знаю, сколько там целый отар этих коз. Со вчерашнего дня начал покупать козье молоко. Думаю, подкрепить организм. Подкрепить организм, немножко подлечить. Потому что чувствую все равно вот это время, то, что я не пью. Но есть какая-то сложность со здоровьем. Спасибо всем. Здравствуйте.